Please tell us your name and where are you from. Пожалуйста, скажите, как вас зовут и откуда вы? Меня зовут Надежда, я из Такомы. My name is Надежда, and I'm from Tacoma. Надежда, would you please share what God has done for you, your testimony, and when it happened? Пожалуйста, расскажите нам свое свидетельство исцеления и как оно случилось. В 11 году я заболела раком. Признали рак прямой кишки. In year 2011, I went to the doctors and they found colon cancer. Мне сделали операцию, назначили. Ну, операция не помогла. They scheduled me for an operation, and I went through that operation, and it did not help. The cancer cells, they actually spread more into the other parts of my body. И мне назначили химиотерапию и радиацию вместе. And they scheduled me for chemotherapy and radiation as well. И прошла я и этот курс, и второй курс химиотерапии, и мне ничего не помогло. And when I went through that, and it did not help me as well. И мне назначили усиленную химиотерапию, так как у меня пошли метастазы уже и на печени, на почки, на все. As I said, after that, cancer cells, they spread to other parts of my body. И когда я лежала, мы с мужем все время смотрели Тиби Джошуа. When I was laying in bed at home, my husband and I, we were watching our prophet Тиби Джошуа. И посмотрела Тиби Джошуа и приехали у Песка. Мы знали, что у Песка будет служение. After we watched Prophet Тиби Джошуа, we knew that they're gonna hold anointing water healing service here in Pasco. И приехали на служение, помолились за меня, но я ничего не ощущала. When we came here, they prayed for me with anointing water, and then when I went home, I did not feel anything. I didn't feel. Я домой приехала даже расстроена, что я никакого огня, я думала, что огонь сойдет на меня. I came home and I was so discouraged because I was expecting some kind of fire to touch my body, and it did not happen. Ну, когда я домой приехала, муж говорит, за тебя молились? Говорю, да. When I came home, my husband asked me, did they pray for you? I said, yes. Если ты, говорит, не примешь это от Бога, говорит, тебе никто ничем не поможет. And he said, if you will not accept that from God, nobody will help you. Стой твердо и верь, что это от Господа ты получила исцеление. You have to stand firm in your faith and receive your healing. Ну, получила-то получила, а как же дальше, потому что я получила следующий курс химиотерапии. So what happened next? Did you go to the doctors? Что случилось после того, как вам муж сказал? Вы пошли дальше на проверку к докторам? Пошли к доктору на проверку, а он и сказал, что я, говорю, раз верой брать, значит, говорю, я не буду принимать никакое лекарство. And yes, we went to the doctor, and I said that I am not going to take any medicine. And what did doctor find? Did they find any cancer? Доктора нашли какой-то рак? Что случилось? Что докторы сказали? Доктор сказал, что тебе надо усиленную химиотерапию, у тебя пошли метастазы по всем. Well, before that, doctor said that no, you still need to go through the more stronger chemotherapy. И что случилось, когда, как вы узнали, что вы исцелены? How did you find out that you were healed? Ну, мы же брали верой, я же не видела результатов еще, но мы веру брали, так как муж меня наставлял и все держал. И когда пошли к доктору, он говорит, ну, иди на анализы. When we came to the doctors, they sent me to take another test. Пошли на анализы один раз. Но мы сразу сказали этому доктору, что говорю, меня Господь исцелил. Ну, он посмеялся и все. I told my doctor that I believe that God healed me, and my doctor laughed at me. Сдали анализы. Анализы первый раз мы уже увидели, что Господь исцелил, потому что он в замешательстве прочитал мои анализы. After the first test, doctor was reading my papers, and he could not believe what happened. And so he sent her to another doctor to double check. И что случилось, когда вы пошли ко второму доктору?
What happened after you went to your second doctor? Он сказал, что, говорит, не поверил, что там написано, потому что сильная была дифференция в этом. He could not believe because there was a huge difference in her test results. Говорит, повторно на анализы. And they sent her again, you have to go and take test again. И когда мы говорим, Господь исцелил, он посмеялся, он был мусульманин, он не поверил. The doctor was Muslim, and after she told him that God healed me, he was laughing and he could not believe it. Но когда он зашел второй раз и уже смеется и говорит, наверное, все-таки Бог ваш исцелил тебя. But after a second time, he came to me and he said, I can't believe this, but probably your God healed you. Amen. Amen. Let's give a hand for Jesus Christ. Надежда, now after you received your healing, and this is actually her medical report. Can you подержите, пожалуйста? This is her medical report that she is completely healed. The doctor who took all the tests, and now she holds it in her hands that she is completely cancer-free. Amen. Надежда, какой вы можете дать совет людям, которые, может быть, в такой же проблеме себя находят? Надежда, can you please tell us advice to some people who might be struggling with some sickness? Верьте, Господь наш силен исцелить любую проблему. Верьте, стойте твердо в вере, и Господь будет с вами. Just believe, believe and stand firm in your faith, because God is able to heal any sickness. Amen. Thank you so much.